Началась зима и наступила пора зимней рыбалки. С вами, как всегда, Дэн Хай, и сегодня мы будем играть H-Likers. Зимняя рыбалка – очень интересная игра, весит довольно-таки много, где-то 500 с чем-то мегабайт. То есть для телефона, может быть, для некоторых это немного, но когда у вас забита память всякими различными играми и всем другим, это реально очень много. Это, можно сказать, что самая большая забитость игры, ну, самая много занимающая игра по всем другим играм, которые у меня есть на телефоне. Так, ну и эта игра есть также на ПК, там гораздо интереснее играть, но здесь тоже, в принципе, интересно играть. Давайте уже приступим к нашему обзорчику игры. Здесь есть турниры, очень много различных турниров, реально много. 18 видов турниров, очень интересных и различных турниров. Давайте посмотрим настройки. Музыка, звуки, качество графики, среднее, кстати, можно высоко поставить. Разрешение, так, высокое поставим. Лимит у нас 30-60. 30-60 давайте поставим. Язык русский. Ну все, в принципе, можно музыку побольше включить. Сохранить. Так, сделали музыку погромче, конечно, громковато, но все-таки пойдет. Игрок. Нажимаем на игрока. Можем купить всякие различные костюмы, все прочее. Ну и, в принципе, вот в этом духе. Да, насчет игрока я пока еще не запаривался, ничего пока что еще не искал, но потом, если что, уже поищем и посмотрим. Что-нибудь посмотрим, ребятки. Пока еще ничем над этим не запаривался, потом буду себе его делать. Так, статистика. Статистика — это то, что мы поймали какую рыбу, на каких водоемах. Водоемов очень-очень много. Рыбы тоже очень много. Есть магазин, в котором можно купить мамышки, балансиры, вертолюги, блесна, вертушки. Снаряжение. Это у нас ледоборы, удилища. На компьютере гораздо всего больше. Здесь тоже много, но на компьютере намного больше. Наживка. Много различных опарышей. Прикормка. Всякие прикормки для рыбы. Ну и крючки. Всего на ПК реально очень всего много. Гораздо больше, чем здесь. Дальше идет у нас выбор карты любой, какую хотите выбрать. Совершенно любые виды карт. Давайте выберем лесное озеро. Общий вес. И просто рыбалка. Нажимаем просто рыбалку. У нас без времени, без всего. Мы просто сейчас пойдем туда и все. Ночь, трудно, утро. Ну и все, в принципе. Нажимаем старт. Я не буду сейчас запариваться насчет каких-то соревнований и всего прочего. Просто сейчас половим и все. Дальше, если что, будем искать какие-то в следующих видосиках. Искать будем точки какой-либо рыбы, где какая рыба обитает. Но пока что мы будем с вами ловить на лесном озере. Начальное такое озеро. Здесь, как я помню, раньше играл, здесь очень хорошо плотва шла, если не ошибаюсь. Могу, конечно, ошибаться, но все же. Бурим себе лунку. Глубина довольно-таки здесь большая. Кстати, плотву мы не сможем сейчас, наверное, поймать, потому что у нас сейчас на данный момент балансир. А на балансир, кстати, трудно ловить будет. Но мы попробуем половить. На балансире я не совсем умею ловить, но попробуем. Нужно просто дергать и все, искать рыбу. По крайней мере, просто на любое место сесть тоже ничего не будет брать. На глубине сейчас сели, здесь окунь вряд ли будет. Есть какая-то другая рыба, я не знаю. Ну, забыл то, что вот у нас нету ни мормышек, ни мормышечной удочки. И на балансир на глубине не особо будет сейчас брать. Если, конечно, есть судак, может быть, он и возьмет. Но если нету судака, вряд ли что-то клюнет. Потому что окунь на такой глубине не особо идет. Так что давайте посмотрим по глубине. Глубину смотрим. У нас глубина, мы все на самой, можно, глубокой точке сидим. Так, сейчас перебуримся.
переборемся куда-то более поближе к берегу. Ну, не факт, что мы сегодня поймаем рыбу какую-то. Я на бластерчик, говорю сразу, ловлю не очень. Так что так. Все сидели на 14 метрах где-то приблизительно. То есть большая прям глубина там была. Вот сейчас здесь уже более маленькая глубина. Можно попробовать в толще воды. Может, только он будет брать. Давайте вначале на самую глубину здесь опустим, какая здесь есть. Вычерпываем ледок, а то замерзает. Минус 17 градусов все-таки. 2 метра в секунду ветер. Может, я как-то не особо эффективно дергаю. Не знаю, посмотрю, может быть, какие-то видосики. Может быть, вы посоветуете, как на балансирчик ловить. Не особо, я на него не умею ловить, в принципе. На мормышку более нормально ловлю. И настоящую, в принципе, на мормышку клюет. И так клюет. А вот на воблер не особо. На балансир не особо ловлю я прям так. Все время что-то путаю его с воблером. Ветер поменьше стал, вот хорошо. Ну реально, потому что с балансирчиком я вообще не умею ловить. А нам все-таки как-то надо поймать каких-то рыбешек, чтобы накопить на мормышку. Небольшой обзорчик просто. Рассказал, где магазин, где чё купить, как чё. Ну и, в принципе, вот так вот. Сейчас, может быть, если поймаем, не поймаем, и будем заканчивать уже. Потому что я не особо умею ловить на балансиры. Не в нужном, может быть, месте ловлю, может, еще что-то. Может быть, на самом деле, надо искать рыбу. Где-то она есть, где-то ее нету. Так что как-то так. Ну, игра реально интересная. Но больше мне нравится в ней ловить на мормышке. Какие-то блесенки, но не на балансирчике. Очень трудно играть прямо вот реально балансиром. Какую-то проводку, может быть, нужно делать, типа, либо вот так как-то, либо дергать прямо. Дернул и все, либо дергать, там, не знаю, какие-то проводки, может быть, нужно делать. Но игра реально, ну, трудноватая тоже. На мормышку интересно, хорошо ловить, то есть можно в любое время поймать. А вот она балансир не особо. Надо искать, может быть, рыбу, где-то она стоит, где-то нет. Клювало, что ли, мне показалось. Либо клевал, либо не показалось. Постараюсь вне видеоролика, может быть, накопить на мормышку. И уже в следующем видосике будем на мормышку пробовать ловить. Где-то искать окушка, может быть, плотвичку. Будет гораздо интереснее в следующем видеоролике. Подписывайтесь, ребятки, ставьте лайки. Будем как-то копить сейчас денежки для того, чтобы купить мормышку. Я не особо, потому что умею ловить вот так вот на балансиры. Нужно искать, может быть, рыбу, может, еще что-то. Не знаю. Посмотрим. Ну, игра реально интересная. Графика хорошая. Реально интересно. Что такое? Вот. Поймали, ребятки, нифига себе. Я вот увидел, что-то типа клевало, не клевало. И думаю, что-то прям вообще так. И поймали реально, ребятки, рыбу. Ну, конечно, мелко. Конечно, мелко. Окунь на 73 грамма. Конечно, мелковато, но все-таки наконец-таки мы поймали. Смогли с вами поймать рыбу. Это реально хорошо. Поймали и первого рыбешка, ребятки. С первой рыбы. В этой игре на балансир я вообще, по-моему, ничего не ловил. А может быть и ловил, не помню. Раньше играл, а сейчас уже не играю. И, в принципе, как-то так. Ну, реально, игра, ребятки, очень интересная. Так что подписывайтесь. Будут еще продолжения. Можно, видите, продать нашего кушка за одну монетку. Продать рыбу, купить снастей можно, видите. Купить снастей.
Он не очень дорогой, получается, был вообще снаряжение. Снаряжение у нас удочка вот на мормышку. Не знаю даже, какую покупать. У Эл оранжевый, у Эл серебро. Не знаю пока. Либо на 1500 накоплю и купим. Будем на мормышку пробовать ловить. Либо на 3000 накоплю. Посмотрим, ребятки. Ну, также, ребятки, подписывайтесь. Не пропустите следующего видеоролика про зимнюю рыбалочку. Будет интересно. Будем пробовать ловить на мормышку. Может быть, с прикормкой. И будет реально интересно. Так что всем пока-пока.